Хейху, ребятки! Всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. С вами Борода, это Океан Номут, и мы продолжаем выживать. Давайте быстренько поедим, попьем. Давно не заходили в игру, и как вы видите, здесь мы умираем от жажды. Она настолько реалистична, что жажда и голод наступают даже в офлайн режиме. И поэтому не забывайте заходить и кормить своего персонажа. Итак, ребятки, целью сегодняшнего видеоролика будет посещение островов. Мы отправимся на различные острова и посмотрим, что же нас там ждет. Поехали, ребятки, остров Панау. Ну что, мы на этом загадочном острове. Я сразу же беру в руки копье, потому что чувствую здесь опасность. Остров гораздо больше тех, которые мы видели до этого. Я пришел сегодня ночью сюда, и мне, если честно, очень страшно. Потому что, говорят, ночью здесь можно даже найти туземца. А туземцы это довольно-таки страшные люди, если можно их так назвать. Так что же это у нас? У нас здесь заброшенный ящик с очень хорошими ресурсами. Удваиваем. Собираем удвоенные ресурсы и отправляемся дальше на поиски. Давайте посмотрим, какой сегодня враг нас ждет и что за крутые ресурсы мы можем тут найти. Ползут. Вот они, ребятки, вот они наши враги. Первый паучок на острове. На удар. Второй удар. Промазал. Еще раз промах. Я не могу нанести ему. Есть удар. Есть удар. И убиваем этого засранца. Хорошо, давайте залутаем его и посмотрим. Так, 4 бутылки воды. Отлично. Не знаю, откуда у них столько воды, но мне это определенно нравится. Идем дальше. Смотрим большую коробку. Ее можно взломать. А взломать ее можно только лишь посмотрев видеоролик. Ну что ж, посмотрим. Надеюсь, оно того стоит. Мы взломали ящик. Смотрим. И это все. Руда и пару досок. Ну что ж, давайте-ка посмотрим, что мы получили. И это всего лишь 2 руды и 4 доски. Если честно, я ожидал гораздо большего, потому что, ну, мы его взламывали. Когда что-то взламываешь, всегда ожидаешь чего-то гораздо приятнее, чем обычные ресурсы, которые я мог найти и так. Так, я нашел еще одного паука. Хочу его убить. Да что ж такое, попал, наконец-то. Что-то мне сегодня сложно удается попадение по монстрам, но, тем не менее, иногда это все-таки случается. Вот если честно, с пауков выпадает лучше ресурс, чем с ящиков. По-моему, что-то пошло не так, друзья. Так, нашел краба, краб от меня сваливает. Эй, братан, стой. Стой. Раз, и стой еще раз, два. Хорошо. И краб, как всегда, успевает нанести мне урон. У него одна консерва, это стандартный лут с него. Забираем ткань, которую мы нашли просто так. Если честно, такой большой остров, я ожидал гораздо большего лута и гораздо круче вещей. А сейчас я вижу, что здесь, ну, довольно-таки бедные островки и ничего крутого мы на нем не нашли. А я ведь потратил целую монетку и не уверен сейчас, что оно того стоило. Взламываем еще один ящик. Так, все, что можно взломать, мы взломали. Давайте посмотрим, как у нас дела обстоят дома. Я так понимаю, у меня изготовилась водичка. Я могу ее забрать. Так, я могу закинуть пустых бутылок еще пару штук. Или не могу? Все готовятся, что ли, по одной? Так, нечестно. Ну ладно, поставим готовить бутылку воды. Здесь у меня готовилась рыбешка. Я могу ее взять. Ну что, мы взломали. Давайте посмотрим. 3 меди и 2 доски. Все, я на них обиделся. Взломы здесь ужасные. Ничего хорошего они не предвещают. Можно отправляться домой. Все, что можно было взломать, мы взломали.